самом деле это намного интереснее, когда ты что-то создаешь и можешь это видеть не в плоскости на бумаге, а в пространстве. То есть можно увеличить, уменьшить, посмотреть это с разных сторон, и создается такое впечатление, что ты живешь в той работе, которую создаешь. Это было вау. Когда ты анимируешь 2D, это надо думать, двигать что-то, ключи ставить, а тут ты сразу быстро покрутился, у тебя уже готовый ролик. Это, конечно, облегчает намного работу. Это искусство, в которое можно погрузиться с головой. Ты можешь оказаться там. Это больше эффект производит на зрителя. Более мощная фишка, чем на холсте. То есть это можно там возводить инсталляции огромные, которые больше тебя на 20-30 метров. То есть это безграничные возможности. Это будущее техники, будущее компьютеров и так далее. Муках, говорю, дайте мне что-нибудь свеженькое, новенькое. Сначала я посмотрела видео виртуальной реальности, такие коротенькое. О, я поняла, что я в осознанном сновидении наяву. Это было просто что-то невероятное. Обычно в 2D рисуешь, а тут, во-первых, кисть, она у тебя рисует в пространстве абсолютно вокруг тебя. Во-вторых, ты выбираешь какой-нибудь лазер, и ты рисуешь свое имя лазером, и оно такое светится все, прям... Какие-то божественные вообще, не знаю, кисти.